18-летняя Мария Кончаловская прокомментировала скандальное высказывание 29-летней Регины Тодоренко. По словам девушки, насилие – самое страшное, что может произойти в отношениях. Тодоренко заявила, что многие женщины сами виноваты в том, что их избивают мужья. Телеведущую пристыдили за такие слова, и ей пришлось извиниться. Ситуацию уже прокомментировали многие публичные люди. Свое мнение высказала и дочь Любови Толкалиной. Несмотря на свой юный возраст, Мария уже замужем. К счастью, ей не приходилось сталкиваться с домашним насилием. Домашнее насилие – самое страшное, что только может произойти в отношениях. Мы ждем врага извне, а им оказывается человек, которому мы доверяли, самый близкий, понимающий, прощающий, тот, от кого может быть полностью зависим, и психологически, и финансово, с кем у нас есть дети. Я боюсь даже представить себя в таком положении. Мне сразу становится страшно и невыносимо больно, заявила Кончаловская. Наследница актрисы убеждена, что не существует ситуации, при которой было бы приемлемо ударить человека, неважно, женщину или мужчину. По словам Марии, если любовь превращается в ежедневное изнасилование, физическое и моральное, то это больше не любовь, а сплошное гниение. Кончаловская назвала рукоприкладство зависимостью, пристрастием к выплеску эмоций через избиение и унижение. Мария также попыталась оправдать Тодоренко. Что касается высказывания Регины. Просто из ее уст прозвучала до конца неоформленная мысль. Все зависит от нас, да. Но единственное, что можно сделать, если любимый человек систематически обесценивает ваше существование, уйти. И в такой ситуации просить помощи неважно у кого, это абсолютно нормально. Потому что не существует, к сожалению, в нашей стране уголовной статьи по домашнему насилию, высказалась дочь Толкалиной. Ситуацию также прокомментировала Юлия Михалкова. Артистка заявила, что ничто не может оправдать насилие. Мария Кончаловская вышла замуж за мужчину, который старше ее на 9 лет. Недавно девушка поделилась интересной информацией о своем питании. Наследница актрисы заявила, что в борьбе с коронавирусом помогут изменения в еде.